сегодня в CSGO вышло обновление, где добавили новые миссии. Так вот, я их выполнил, вот эти все 6 миссий. Я вам покажу в этом ролике, как их выполнить, если вы еще это не сделали. Плюс покажу, что в них и вообще есть такое. Скажу сразу, здесь очень скучные миссии, как и было на прошлой неделе, так и сейчас. Надеюсь, то, что 4-я неделя хоть как-то удивит, но пока что все очень плохо. Ну, прям выполняю, просто чтобы выполнить. Сейчас вы в этом ролике увидите, как это надо выполнять, если вы это не выполнили. Ну и плюс я покажу вам, что из себя они представляют. Всем приятного просмотра и поставь лайк, если тебе это интересно. Все, погнали. Друзья, мы проходим операцию и опять 6 заданий. Почему так мало? Ворвемся в сбой. Совершите 10 убийств в режиме перелетные снайперы. Работа на вынос. Потратьте 5000 за одну игру в режиме запретная зона. Это легко. Просто покупаешь... Ну да, это легко. Совершите 30 убийств в режиме стражей офис. А, легко. да, это самое легкое. Победите в раунде 10 раз в режиме соревновательный офис. Вот офис. Это долго. Жесть. Это не долго. Это одна, просто одна игра. Победите в раунде 16 раз в режиме напарники. Две катки напарников. Easy. Спасите 5 заложников и любите 5 спасителей. Слушай, полетели, как... давай тогда начнем с самого легкого. Ну, самого первого. Стражи. 10 убийств. Не, давай 10 убийств. Ну что, друзья, сейчас я вам покажу, зачем я тренирую ССГ. Ну как можно тренировать ССГ, не имея скины ССГ? А теперь мы имеем скины ССГ. Хотите, как я, тогда играйте на Дикидроке. Хотите убивать, как я, играйте на девайсах Logitech. Хотите, как я, тренируйтесь на Сайбершоке. Так, полетели. О, эй, чувак, это 4 килла, это 4 килла. Ладно, подожди, это что, сложно? Да. Добрый день. Кого? 3 килла есть, чувак. Ну, это проигрок на Эрике. Господи. Конечно, в меня попал. Чувак, я еле-еле как делаю килл. Вот он, я вот. Да, подожди. Убил. Убил. Видишь? Можно попасть? Бер. Можно убить? 3 килла осталось. Сейчас, подожди. Вот я стою. Убил. Сейчас я убью еще одного. Но можно убить. Что это? Оп. Ой. И... Да. Еще. Два. Ай-яй, куда я прыгаю? Что ты, животное, что ли? Убил. О, это я, вот я. Убил. Ты дал мне дополнительный шанс, чувак. Я доказал Валим, что да, чувак, я могу есть его дядю. Я хочу посмотреть на лицо людей, которые в этот режим играют до операции. Кто эти люди? Слушай, давай я буду хорошим парнем, я пойду умирать, серьезно. Не буду мразью какой-то, просто пусть меня убивают. Ребята, убивайте. Чуваки, если вы выполнили миссию, реально идите, пусть вас убивают. Боже, ты что? Почему, когда мне не нужно делать киллы, они такие тупые? Что? Так, ну что ж, первая победа у нас есть, мы идем дальше. Давай запретную зону. О, господи. Он там? Да. Я вижу, что я успею его убить. Это ужасно, мы очень легкие. Убил. Передо мной, блядь. Да-да, он сейчас тебя будет убивать. Все, шикарно сыграно. Сейчас надо что-то думать, где деньги найти. Не хватает. Перед деньги. Факт. Я вижу челика. Двух челиков вижу. Я вижу двух челиков, они на вышке. Сейчас я дождусь ССГ и их убью обоих, хорошо? Блин, нам не надо убивать, потому что мы еще не потратили 5000. Так, вот есть пистик? Бежит рядом. Убил. Так, мне нужно еще $300, чувак. Хорош. Да, хорош такой у меня. Деньги, давай. Пожалуйста, не убивай. Фак. Фок, все, выполнил. Господи, ёпрост. Это очень жестко. Нет. Так. Написано. Окей, ладно, все, забей. Мне уже не важно. Главное, nice. Что выполнил. Да. Ты выполнил? Да. Вау. Ходим. Так, ребят, еще одна есть. Если было бы $5000 и плюс еще выиграть катку, чувак, это самая потная миссия была бы. Легко. Я пошел всех убивать. Давай. Отойди. Еще 20, да. Но нужно еще и доиграть. Блин, в прошлый раз они там смоки
там гранаты раскидывали, а здесь что-то они просто. Здесь они пришли с обешок. У меня. Давай. Кого? Кто ты? Ты там аж... Он меня через стенку убил. Ну, баты реально слабые на этот раз. Да, слабые. Слабые. Все, ну с калашами тут уже нельзя проиграть, погнали. О, босс! Кину флеш, давай. У него флешка. Они очень тупые какие-то, дружище. Либо мы слишком умные, либо они тупые. Как думаешь, какой вариант? Но у меня есть плохие новости, потому что у них уже на второй волне был этот жесткий. Подожди, флеш, да? Чувак, они стреляют уже. Они жестко стреляют. Где босс? У меня. Он сгорит, я думаю. Ты же не видишь, куда стреляешь, чувак. Он бот, он видит все. Давай. Фух. Чувак, и там он реально у него авик был, он мог на меня убить, да, сейчас? Так он меня вообще рехом просто. Так, отлично. Офис соревновательный. Напарники? Да, пойдем напарники. Не, вот это ну, скучные миссии, чувак. Настолько они легкие, настолько они долгие. О, господи, что ты делаешь? Он crazy. А, вот на моем трубе. Боже, чувак, они так долго тянут. Гад, камон, боже. Боже, ты... Я не знаю, почему так. Ой, блядь. Я не знаю, что так. Занимайся, чувак. У меня один. У меня два. Окей. Так. А, фак, это было очень жестко, чувак. Мы смогли это сделать. Чувак, реально жестко было, реально. Ой, шок, у тебя 100% попаданий в голову. Отлично. Ноль попаданий, да? Ноль убийств просто. Погнали еще. Боже, мы просто, знаешь, просто вах. Ребята, мы выполнили миссию, наконец-то. Ура! Ура! Могу сказать сразу, тупейшая, скучная миссия. Просто скучно, реально. Ты просто играешь, время тратишь. Ну, это... Блин, Вальф, ну придумайте что-то новенькое. Ну, это... Если так будет вся операция, ну это скучно, правда. Так, окей. А, 5 заложников спасти и соревновательный офис. Да, я думаю, заложников пока что и последнее, самое сложное оставим напоследок. Самое долгое. Давай. О, наконец-то. Так, он по туннелю идет. Он по туннелю. Я один сел. Фух. Один есть, чуваки. Офигеть. Это ужасно. Это, понимаешь, насколько это сложно, я случайно его нашел. Фух. Два. Чуваки, это невозможно. Это невозможно. Я случайно это делаю. Как это играть? Как это играть? Они уходят уже. А беру. Просто красота, чувак. Он просто идет красота. В базе. Подожди. Подожди, это я, блядь. Давай, бери! Бери! Ну, убивай! Ура! Командная работа. Так, ладно, все, полетели. Последняя миссия — это соревновательные 10 раундов офис. Сейчас мы играем последнюю миссию. Мы должны выиграть 10 раундов. По сути, это легко. Но с другой сути, это сложно. Нормально. Они знают все позиции. Ура! Убей. Найс! Я ветеран карты, это кэш. Для офиса. Близко. Просто вышел на него. О боже, чувак, чекни тайминг. Сколько? 4 часа. 4 часа, да, я прохожу эту операцию. А, да. Ужасные миссии, очень скучные. Ты про что вообще несешь? Гнида! Оу, попроще. Как он это делает? Минус 90 надо спам. Там двое.
Найс. Два раунда. Послонка. Раз. Слева, слева, старте будет. Слева, прям слева. Один заложники. Два в три, это не выиграть. Ребят, миссия, операции закончились. Короче, это было очень скучно. Вальф, сегодня четвертую неделю, хоть немножечко интересной. Всем большое спасибо за просмотр. С вами был я, Шок. Всем пока.